того, кого надо лечить, того надо лечить и спасать, чтобы не было вот так, как у вас получилось. Ну, может, не столько у вас с этим 13 или сколько лет 13. Мальчонкой. Я не обвиняю пока никого. Всякое может быть. У вас он был, наверное, сутки двое. Меньше суток. А чем занималось поликлиническое звено? Не должно этого быть. Вы родителям не объясните. Вы же сама мама. Вы никогда... Я отец. Понимаете, для меня ребенок, ну, это больше, чем святое. Мы должны были предпринять всякие меры для того, чтобы спасти ребенка. Когда умирает ребенок, это катастрофа. Поэтому мы должны в этом отношении работать очень четко. И я еще раз говорю, я от вас требую объяснения по этому поводу, чтобы это не произошло снова. Не должно быть, может быть, не изучено. Вы мне доложите, в чем причина. Если наши врачи не умеют с какими-то видами болезней бороться, если они вообще не понимают, что это такое, ну так мы будем их учить. Это же понятно, они же не боги. Видите, ребенок. Температура за 40, пусть он только заболел, 40, немедленно ей звонок, помогите, спасите, тогда надо консилиумы проводить, а не тогда, когда на ИВЛ ребенок находится. Консилиум надо проводить в начале, нельзя лечить на дому, когда опасность такая. Я понимаю, что к вам привезли тут современнейшее оборудование, конечно, вы делали все, что могли, но если уже необратимые процессы начались, что-то сможешь. Вот здесь мы должны работать, понимаете? Вот здесь работать.